спрашивают, есть Т6, я такой пишу то, что нет, они говорят, типа, не, не пойдет. Я такой думаю, блин, а что мне еще в хинжале, может быть, надо? Да. Т6 нов спек. Только если. Да это рофл, я понимаю. Так, пойти мне поставить в том регоне. Сейчас уже можно хинжал, я думаю, начинать пробовать собирать с плами вполне. Да собирали уже буквально, наверное, месяц назад. Сейчас по этот голдран собирают. Да голдран-то я знаю. Ребята, которые месяц-два назад собирали угорейдами с одним анролом, начали собирать голдраны. Причем я вот смотрю, либо продажа, либо голдраны. А ники те же, типа ИРЛов. Но они поняли то, что это хуёво затея с фул пугами. Собрали норм тепло. А сервак да. Лагает, да, сейчас? Нет, нормально все. Так, надо в том его на мишку забить. Чё там надо отслеживать? Колючий мех этот? Не надо тебе ничего отслеживать. Делаешь через макрос сброс и все. Я тебе сейчас макрос этот скину. Какой, какой сброс? Ауры колючего меха. Ты как танчишь? А это прям надо? Это прям надо, потому что ты увечьем, когда сбрасываешь колючий мех, ты набираешь агро. Без него ты не набираешь агро. А, то есть когда аура пропадает, сразу юзается этот взмах, да? Или как? Да, и он дамажит. Это чуть ли не основной твой урон. Он либо первый, либо второй по ДПСу стоит всегда. Просто через канцел ауру хуярить? Да, я тебе сейчас покажу свой макрос. Написать. Вот. У меня такой. Так, куда ты скинул? В личку. А, ну два понятно. Раза нажал, он с... Ну-ну-ну. Просто через канцелавр колючий мех. Ага. Да. Так, сейчас я попробую. Ну а ярость ты высоко отслеживаешь? Или чё, или висит и висит. Ну я добавлю. Чисто смотреть. Ярость. Чё за ярость? Ну ярость это, блядь. Чё она там даёт-то, блядь, забыл. Ну когда ударил... Сейчас, где она там? Где-то она в четырех кусках. Сейчас наделяет мы... вас яростью урсок, увеличивающий за броню на 250 за заряд. Пока это, вы... короче, с учем. Во время боя настакиваешь 10 стаков, и после этого, когда ты прожимку... Ну, не прожимку, а... Сейчас эту херню нажму. Магический... Иступление. Когда иступление прожимаешь, она тебе да, дает брони больше. Ну, броня это хер с ним, как бы там... Она в диминишинг идет. Ну, там, я не знаю, она не сыграет. Я ее прожимаю, просто, когда меня начинает пробивать. Все. Это от магии, там, видишь, магический урон снижает. А то, что там я там... все прожимаю, понимаешь? Когда меня начинает пробивать, меня пробивает все. Так. Как больно становится, начинаю сдавать прожимки потихоньку. Либо с пула. Так, колючий мех добавлю. Видимо, старые игроки, что ли, вернулись, я не понял. Чё за игроки старые? Уфариор, кто такой? Он олд кукурузку уже. Кто олд кукурузку? Уфариор. Это ты где увидел? В гильдии? Да. Ну а смотри, кафе, а само по себе вот это отменивание колючего меха, ну понятно, ради того, чтобы агро набирать, но сам по себе, когда он 3 секунды висит, он же дамаг снижает весь на, 1, на 12%. Это как бы... Ну, не тыкать, но я тебе говорю, у тебя агро тогда не будет.
Тут вопрос, наверное, может в танковании пачек. Если пачку танковать, конечно, выгоднее, чтобы быстрее у тебя он произошел этот взмах. А если босс и данапулы есть и в рейде, я думаю, дев получше будет, смотря как дамаг входит. Надо, короче, и то попробовать. Но то, что такой вариант есть, это круто, конечно. Не, 3 секунды дефа, 12%, это очень мощно. Учитывая Мишкин жир. Так, сейчас 10 стаков на стаку я посмотрю. На долгих боях, где заходит дамаг прилично на каком-то боссе, я думаю, будет не надо будет отменять эту ауру. Потому что 12% откуда еще возьмешь? Половина боев рассчитана на лютый набор агро. Половина. Вот прям тебе надо быстро где-то набрать агро, потому что его сбрасывает босс. Либо босс просто по КД сбрасывает агро, и тебе его надо набирать. Ну я понял, нет, ну да, на них да, на них надо, где надо набирать. На того же робота, например, я бы юзал. Короче, это что получается, исступление 40% магического дамага снижает. КД минута, не, это здравая тема вообще, лютая. То есть Мишка от магии теперь нормально защищен. Слушай, ты 6 оденешь, у тебя сапрота будет еще больше. Ну я видел там на саппорт прям в шмотках. Сколько мне шмоток еще коллекционировать? Это же вообще пиздец. Что, погнали, наверное, в рейд. Чем мы тут сидим? А что, уже идти надо? Да качу. Тоже фул, да. Чем? Почему я хил? Потому что я чудо. Кто-то нужен или что? Сейчас я... А этот воид есть? Есть. Мы тебе будем твоему вару, короче, это на скафе вешать КД в БТ. Не, не в БТ, я же сказал, я же говорю, добить хеджаунт. Да пользуйтесь им сколько хотите. Я ж только здесь рейд. Рейди. Ну, вы поняли, okay. Короче. А почему там-то не ходишь? Пока там по времени не получается. А у них во сколько вообще идет? У них вообще по другим дням, у них идет суббота, воскресенье с 3 до 6. А, то есть у них вообще дневной практически. Да, я не успеваю с работы. Понятно. Ну, прикол еще в том, что они как бы. Ну, зайди ходят. Просто на танк. Да, без проблем. Это они ходят как бы с, ну, там, понедельник еще и вторник. Но они ходят, ну, ЗС, уйду такое, я туда не хожу. Давайте туда сейчас доделаем хиджал. Там сколько? Два босса осталось? Да, сейчас быстренько немножко поменяю пати, чтобы уже больше было всего. Меньше вагонов, больше боссов. Так, сейчас у нас будет я, Сургут и Тёма танки. Хилы у нас на месте. Я этот. Ты сегодня ты там хил. Да ты смотри, у тебя Бессонов есть, он хилит лучше, чем я. Да, ну, там машина с баланиром. Кони Бани, ты попал, попал. Ну, так, мне надо будет тогда перезайти. А так ладно. Вот спектр. Расими, я тебе там плюсиков Варл кинул. Даже, я думала, ты ага. Окей, Вар, хорошо. Спектр есть. У нас кафе с вами. Да, там я вам просил только что зайти. Спектр, Тёма есть, Чарлис, Чарлис, сюда давай, этот арбалеты сюда. Спектр сюда. Все, окей, давайте вот этой пати летим с сумоним к
Не, Ильнар, как тебе угодно, мне без разницы, кем ты пойдешь. На четвертом боссе ты половишь просто клефы. Вот это пока клеем. Чарты пошли, не стой. Вот это ты мне больше нравится. Да, дачу. Да я другим иди. Говорю, видишь, некоторые еще тоже не, пока не вкурили. Но уже вроде озвучивали, что это он. Ну, может быть, кто-то не слышал, ладно. Да, и бесов это тоже я, если что. Вот это вагон тоже. Да. А чё-то нам целка дисхэм не дотанчил. Я тебе писал, что у меня 10 минут осталось. Я предупреждал. Не, вопросов нет. С кем его убили, как ты знал. Да, не, ну я предупреждал же. Я вопросов не говорю, все. Все. А как насчет? Нет. У нас ведь осталось только... Кто там? Так. Блин, как вот гачи привыкли? Вот меняйте ники, я потом очень долго к вам привыкаю. Мне все время кажется, что вы, ну, что это левый человек и... В смысле, гачи левый? Ну, нет, гачи нет, но вот этот вот ник, который сейчас видит, для меня это чужой человек. Селтис? Или какой у него там? У гачи? Да меня опять кто-то зарепортил, и у меня теперь ник Скуф Варьер, короче. Да. Блин. Я надеюсь, это никак не связано с порно-аниме, нет? Или с чем-то нет. Там? О, столик стоит маговский, да, даже? А чем он не тыкает? Скажите, ты не знаешь, что такое Скуф? Штруделя. Нет. Тыкайте. Штруделя. Это такой толстенький вар. Марго, если ты не знаешь, что такое Скуф, то вполне возможно, что ты сама Скуф. Не знаю. Сайгири, у тебя промоут, кидай там пати как надо. Марго, женская версия Скуфа. Я даже боюсь гуглить, потому что я знаю, что вы все такие себе люди. О, спасибо большое, Хилл. Выбирай или Скуфеса, или Скуфини. Да, не гугли. Скуфини так лучше. Марго, только не гугли. Запиши тех, кому выдать ГП, а потом гугли. Марго. Да. Это можно у тебя в приват на секундочку? Да, конечно. Секунду, буквально. Сейчас приду. О, у нас розовый вагон появился. Да, на прошлой неделе. Карач. Не, я в плане того, что появилась Рейзи. Пётр. Пётр. Слушаю. Давай так, я тебе этот мета-сокет сделаю. Только ты мне скажи, чем ты... Как у тебя вот, как тебе пришло в голову сделать себе вот такой камень в голову? Отразить нормально, ты смотри, в тебя босс херачит. Тише! Пётр! Ну дай. Что золото хватило, то я и купил. Ты мог бы хотя бы, ну блин, у тебя должна быть какая-то логическая цепочка идти, понимаешь? Понимаешь, о чём? Это не ДДшный камень. Захотел. Ты должен наносить урон, ты понимаешь это? А тебя не смущает, что там гема плюс 20 к силе и плюс 15 к силе? Или... Успокойся. Вот это вот у него вообще даже ПВПшный какой-то, блин, камень. Понимаешь? Он не ПВЕшный. У меня ПВЧарка на мишке. Что ты хочешь? Как же он потому что мы будем ставить. А почему он душит? Калямбас, тебя еле слышно. Да, Калямбас, микрофон. Скачаю профу пока что. Не могу, как бы, блядь. Позвольте купить камень, который стоит 6 тысяч, и который там, я посмотрел, примерно какой-то... Есть ЛКшный, он стоит 200 голды. ДДшный, ЛКшный. Не, пожалуйста. Так, печенька, метки есть, хорошо. Где у нас печенька Калямбас? Так, рыбу все поели. Боже, какой отстойный, еще заграбли. Вот ты такой яркий, прямо этот трансмог на пухе. А так лучше? Да. Давайте все бафуемся. Марго, я опять вожу? Нет. А, нет, Калямбас. Ура, Калямбас. У нас Калямбас на месте. Чё, тебе не нравится водить Трала? Он прекрасный человек. Орк. Ты по вчера его видел. Он вчера вообще стоял, тупил. Мы, во-первых, перевели за... Без первого.
Да, за один. За один тотем переводили, и что-то он, короче, ему, видимо, это не понравилось, то, что второго тотема не было. Он тупо встал, как дикий не стрелял. Чего? Окей, Саша, я все услышал. Все, встали, давайте все на места. Абрауру и манат жрать. Ирче провести, все. Ласки там, что там у нас? Возможно, Сашу мага, не знаю, вместо кого-нибудь. Так, нет, ласки все выпили, вот у кого нету их. Беги, почти 110 кхп. Кто-то жрался. Все, на ласки. А кто Глеб ловит? Ильнар, Лямба, скорее всего. Да, нет. Кем он там? Битрейт. Понял. Подходи периодически, чтобы подхилить мог. Я там, пожалуй, стою, буду подхилить. Надо, чтобы хотя бы было бы неплохо. Я повернулась. Марго, слышишь? Есть предложение для всех людей ввести правило обязательно знание своего бислиста и знание своего класса в плане гайдов и всего остального. На форуме куча гайдов, зашли, посчитали, сделали так, как надо. А ты в курсе, что некоторые читают и ничего не понимают? Ну, то есть, окей, какие-то там буковки написаны, все. Бессонов даже на русском начал писать. Да, это уже не знаю, свой бислист. Он что-то падает, такой, о, мне это мне надо, это мне надо. Калямбас, поехали. Я умею включать стрим, я дома, у меня есть компьютер. Ты что, с компьютером? Вообще. Сейчас будешь смотреть игру глазами Эрела. Она там девочка, у нее, небось, там все в Hello Kitty. Розовый свет, в принципе, не наливай. Под фрейм не лезть. Из фрейма вышли все? Семь, пять. Пошли все тотем. Быстро. Все, Тём, можешь перетаунчить его. Перетаунчивать его. Молчу, Сатурон, молчу. Вышли. Он отлетел. А, Сатурон в принципе вылетел. Все, вижу. Блин, я уже думала, вот вагон умер. Так он вагон, но из-за интернета. Он вылетел. Сонов хиль, не позорь меня. 8, 7, 5, побежали. Тотем встали, все. Сейчас заберу сразу тему. Если... Я не успел перебежать. Смолей, дай, пожалуйста, где тотем? Ой, мы его перевели, Марго, и пропал покров. То есть буквально секунда, и перевелся босс, но он успел кастануть, а пропал тотем? Нет, он, получается, что пропал бафф с тотема, а мы все стояли в огне, поэтому все умерли. Все. Короче, нам не хватило тупо Сатурона. Ну, чтобы сейчас перевести его в идеальном... В идеале тогда он в одного танка кончится, да, в идеале. Ну, в два. На второй фазе... Хер пойми. Если, например, проладин стаки еще забросить может, Тём, то ты стаки не забросишь на второй фазе. Нет, ну, у вас два паладина, я в ДД, и вот тебе доп ДПС, и мы его за один тотем перевели. Второй танк. Во-первых, он на второй фазе не таунтится, а Сургут ловит глефы далеко, он огрот даже не набирает, он не сможет танчить босса, в принципе. Марго, здесь прочитай. Что-то не стало нам сделали, он какой-то дерганый стал.
Сейчас я личному админу на Ною за этого трава. Я тут надо, не спрашивай. Лучше истики придут. А, то есть вы уже с тобой говорили, да, Марго, про это? Нет, да. Ты мне сказал. Я просто, ну, ты сказал пушистый магистрат. Для меня это пушистики. Ну, будут нам мур-мур напивать. Нет, со мной никто не говорил. Админом писать. Сегодня, я сегодня ходил, короче, в НРБК, и там люди писали, короче, чё интересовались монета? Из других гильдий, типа, что у нас там по статику, ля-ля-ля, которые закрывают БТ полностью, короче, им чему-то было очень интересно. И они говорили, что мы там собираем. Кто-то там пишет, что ли, этот? Да сегодня у меня тоже спрашивали на РБК. Не правильно. Надо. Нет, если сейчас 10 придет, будет очень хорошо. О. Если это нормально. Так... Якуб, Едан. Скуф, Едан. Бессонов, Едан. Да, простатик. Но у нас же есть Бессонов с клизмой, поэтому вся простатика лечится. Скуф, Едан. С чего взяли, что Бессонов ходит с клизмой? Он реаниматолог, он ходит по ходу с маской, это ларингеальной, клинком и еще что-нибудь. Нет, он пришел в гильдию со своей клизмой, и всем пикал эту клизму, поэтому он ходит с клизмой. Давай на всем. Неправда, Марго. На анестезию он ставит клизмой. Марго, Марго, неправда, он с блюдечком ходит. Да. Угу. Ой, не, зачем ты напомнил, ну? Тималейн. Тималейн? Все, Коль, поехали. Переодеваться, мазать дочку. Мне осталось всего 6 верим из них. Рипай, да, такое. Трансишн. Убери свой пост. Decision. Шаг 5. Это шаг, все просто. Нет, он маленькие хитрости взял, как он что-то отсутствует. Я мешаю. Михай, я шаг. Ну, не бей! А там столько оставить. Ведь быстренько все. Бежали, побежали, 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 побежали. Хренячим его. Давайте так, чтобы перевести. Тёма, сразу забирай. Пока мы стоим в куполе, забирай. Я уже не бьюсь. Все, вышли. Тёма, беги, он потом прибежит к тебе. Значит, он не бежит никуда. Во фрейме не стоим ни в коем случае. 10 секунд. Да, скорее всего, переведем. 8, 7, 5, 4. Ну давай, фразы, кричи, ну. Все, 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 ну. Все будет. А, все, Тёма, танчи, тогда я потом заберу, как. Рассосались, пожалуйста, все по кругу, вокруг босса. И дали БЛ. Топим по максимуму всех боссов. Бэл, ну, шамана. Ага, подожди. Я за ним бегаю, блин. Гена еще есть, точно. Точно. Битрейт. Битрейт за хруста достаешь? Я достаю. А, уже понял. Тёма, сколько стаков? 7. А кто у меня с меткой сейчас? Метка рота. Битрейт. А, битрейт. Тургут, иди в Калямбас. Хрен с ним, с Глефом. Иди в Калямбас. Тёма, я дала на тебя... А, ты сдох? Ладно, пойдем. Я сбросил. Всё, уходи, уходи. Я сальву сдала на тебя, слышишь? Сбросил. Так, сейчас еще одна метка будет... Нет, не надо его уже поднимать, пофиг. Просто дамажьте. Ну, не хильте. Сиена, ты следующий, ты умрёшь. Пойдём. Давайте больше ДПС. У нас есть 23 секунды, чтобы добить его. Бессон, иначе... ману прожми.
Петарда, есть, если есть массакра, давай. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее, давайте без ада, я вас очень прошу. 8 секунд осталось. Добьем. Забейте на ада, просто добивайте босса, пожалуйста. Босса, 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 все, зашибись. Аманда, да. Таким бред. Эй, а где ВЖД? Окей. Поедем. И за приход не давали, да, по-моему? Даю за босса и за приход сразу. Да, реально упоротый, он что-то вперед, назад там дергается. Хорошо. Хочу. Ёбаный босс, то с пламени сделал, то сдохло. Ой, карач, ты голову уже взял, да? Да, голова есть. В прошлый раз. Марго. Да. Я тебе на последнем боссе в ДД можно? Или в танке нужен? Ты в последнем боссе. Ты трэш по танче. Ты можешь, да, ты пока... Я сейчас возьму Войда, во-первых, да. Он как минимум... Марго, там два лока без это, у каждого по разному куску. Сейчас, подождите, мы сейчас это... Да что за фиг... А. Чем могу быть полезен? Вот как и раз сижу, и ни одного, и никому на мейнспект не надо, нет? Грабли. А, нет, смотри. Он что за грабли? За грабли Т6 да соберет. У него башка есть. Ступай с честью. Что за грабли? Я не помню, поэтому ты в любом случае жмешь мейн. Я никому не отдаю просто так. Хорошо, что за грабли? Без проблем, отдается себе. Просто ты ничего не прожал, я поэтому испугалась. Привет. Что вы охренели здесь немножко. Да, все на танце. Ювелирка. Хера себе антирелигия. Живой все-таки. Твоя кровать. Хорошо. Нет, после хиджала в БТ идем. У нас отличный сетап. Да благословит тебя свет. Встретиться с тобой большая честь. Копытка 83. Совсем-совсем чуть-чуть. Ну, Хант плачет где-то без этого лука. Это как его... Марго. А там видно, что я в этом что-то нажимаю в этом ЕПГП? Ты твин прожал. Нажал, да? Вот. Потом он у меня даже не появляется, я даже не вижу. Это роль. Нет, ты прожал твин офф. Кстати, вот я прав галочку. У нас... так, интерфейс... модификации ЕПКП лутмастер, перемотай вниз, слушать входящие сообщения, галку поставить. Объявление, по-моему. Входящее обновление. А, обновление. Называется это, да. А, обновление, объявление. Это из-за того, что у меня, короче, типа, как будто это новый персонаж, его скопировали, у меня отрубились все аддоны. Но... Это да. Я как-то так переименовала своего персонажа. Я могу помочь? Проклина все на свете. Так, здесь запускаю. Здесь, не там. А, уже запустили. Здесь. Ступай с честью. Или портовый. Так, мне на ласта нужен... Сова. Надо будет взять... Нет, я возьму Войда. Он потанчит. И заодно... Там на него топовая пуха на медведя. Грабли, блин. И... Кого поменять? Грабли, у него 2-6 есть. Грабли, а тебе нужен ласт? Или ты можешь пока пойти зачариться? Он еще не утонет, могу. Че убрать? Я поэтому спрашиваю, Грабли, не хочешь пойти зачариться перед чиха? Откуда мы знаем? Ты же спросил. А что там забирать? А что там на кольцо? Надо кому-то на какое-то духовое? Ага, а, там очередь там... на него. Все, 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 я вас услышала. Короче, что за грабли, да. Давай тогда тебя поменяю на Войда. Что за грабли на замену? Тогда Войд сюда идет. На скафе, я... на танке, пожалуйста. Потом все, в ДД. Пока... Да, потом пойдешь потом в ДД, там останется битрейт, Войд и Капотка. Хорошо. Дайте телек, суманите Войда сюда и все. Посмотри, Руст.
Дайте, пожалуйста, уголок. Телек. А Жени нету? Жени нету. Это Женя у нас шкафы. ГП локом, ГП локом. Это надо же лоры иногда и в ДД выгулить. О-о-о, стоит, стоит. Ну, точнее... Че, никто не сбил или что? Жми еще раз. Блин, еще раз. Он сбил. Он сбил. Асуми. А, он сам сбил. ГП! Асуми, дай, пожалуйста, телевизор. Ну, я хочу запустить. Да, он делся. Пожалуйста, тихо. Асуми. Да, я хочу запустить. Он, видимо, отошел. Да. Экран. Еще раз. Завтра достроим. Пожалуйста, представь его. Шкаф. Асуми, дай телевизор, пожалуйста. Завтра достроим. Не надо расстраиваться. Мне кажется, ты крышу неправильно поставил. А если сбить, то сколько КД вешается? 2 минуты. Окей, давайте так пойдем, еще раз. Пока. Ты, блин, 100-500 раз повторила. Он либо не хочет меня слышать, либо не хочет телек ставить. Либо кто-то другой... 20 секунд осталось. Это хорошо, мы сейчас и двое заюзаем. Просто интересно, он жмет готовность, но нихера не делает. Ты просто в муте. Я могу еще ГП влепить. Смотри, Асуми, дай телек, пожалуйста. Марго, тебя не слышно. Меня не слышно, да. А в сумме телек? О, да. Смотри, видишь как? Он тебя телепатически услышал. А тебя не слышно. Он просто прочитал. Ой, Бессонов, на твой трындеж я в принципе никогда не ведусь. Я тебя даже не читаю. Ты в ЧСе. Он дерево. Ты никогда в жизни не пишешь что-то серьезное, поэтому... В один глаз влетел, в другой вылетел. Все, запустили, пошли. Он просто занят, блюдечко наполняет. Всегда. Все пошли в дерево. Ну, на горочку залезли все. Все на пул там. Я говорю другого. Убейте. Нас зашипнули. Это Джо Сторож, уж обсудили, ну. Пододелывают ников, блин. Ну, козлы, а ты потом сидишь и думаешь, что за новый вирус. Я думаю, кто это такой? Думаю, и приор вроде есть. Гариус, это Джо Сторм. Заметки написаны. Я понял, да. Тёма, собираешь все, битрейт и копытка выводят только тех, кто жрут. Проникнись, есть босс. Расим, не надо. Есть босс. Расим, тебе смысла нет менять, ты все равно в топе будешь. Все, на пулю выйти на скафе, пожалуйста. Я вытащу монструозное. Квадратик. Мой квадратик. Мой второй. Жриц, завалите. Жриц более быстро. Сперва контроллеров, потом все остальное. Тём, отведи, пожалуйста, от нас, чтобы, не дай бог, миликов не сожрал. Диспел. Быстро диспел. Рейд. Диспел. Чё, две жрицы? Смотри, чё, контроль возьму, танков, и будет сами танчить. У меня изрыгатель, блин. Жрицу убейте, диспел. Жрицу. А теперь изрыгатели. Сейчас скоро будет взрыв готовьтесь. Монструозный самый последний. Почти убили. Спрятались. Расим массакру, нет? Спрятались. Попал дали. Ну, давайте не попал бах. Свой. Теперь, да. Еще один. Я сейчас откинусь, мне кажется. Держите, наш один танк. Скажите копыта, пожалуйста. Тималейн, дай БР по НСКФ. Тималейн, по НСКФ БР. Быстренько. И держите копытку, пожалуйста. Прячемся. Сейчас взрыв будет. Спрятались. Тёма, оно ясно. Азулис, подними Тёму. Ясно. А я тебя... Меня по ХП не подняли. Да хера долго, ребята, бьете. Очень долго. Долго бережили. Народ ауеши, это не фокус. Точечно. Жриц убили, потом убили взрывающихся, потом убили самых последних, вы убиваете монструозных. Самые они ни о чем. Ой. А это типа... Ясно. Нет, так только с Юлей проходило, так второй раз не работает. По прямой. Антирлиги, я же выдвела, нет? А, все, спасибо.
прямо все бегут. Лися, ты собираешь все вещи? Сложи, пожалуйста, все здесь. Не играться, а складывать вещи. Лися, сложи, пожалуйста, весь свой бардак. А Соня сказала, что мне вот уже... Да. Реально. Встали, прибежали. Быстрее, ребята, мы не теряем время. Мы встали, прибежали. Рыба стоит, кушаем. А, извините, есть суперважный вопрос. А вам нравится большая кошка Тиранды, вот, в которой она сидит? Черненькая? А, нет, у нее полосатая. Ну, черненькая мне больше нравится. Блин, полюбасу она супер мягкая. Кстати, это спросил Асуми. Я вижу, кто это спрашивает. А что случилось с тобой, Асуми? Ничего, просто кошек люблю, и все. Ты собачник, что ли? Да я не про это. Все, быстренько. Иди от тебя шамана к танкам. Я с тотемом. Скуф, Гач, пожалуйста, еда там сзади стоит. Но ты уже не, все. Поменяйте уже. Шамана на Сколода. Не дрожал. Не дожрал. Убейте все. Диспейт. Так, диспейте, пожалуйста, активнее. И быстрее. Да не спойте. Я вот про следующую волну. Меня больше всего надо. Все на пулы на Тему. Шамана карта поставь. Тема, стой, пожалуйста. На дорожке. К нам не иди. Назад, Тёма, не надо так далеко. Иди, там нету этих некромантов. Вот тут и стойте. Всё, вот я квадратик возьму опять. Жриц фокус. Жриц быстренько убили точечно. И диспелы по максимуму. Диспел. Еще. Сейчас скоро будет взрыв. Взрыв. Пельмени летят. Отходите от за дерево. За дерево. Еще одного взрывателя. Расим, если есть сакра, на взрыве сдай. Добивайте. Давай, сакру. Прячьтесь. Так, главное не двигать монструозных, потому что прямо здесь где-то лежит там. Милики, пожалуйста, только если вы собираетесь утухнуть, не подходите. Пусть они лучше кого-то жрут, чем нас. Все, резаем быстренько всех. Лебесу на халкуре. Резайте. Сейчас вроде бы Глеба. Да, кстати, да. Точно. Угу. Ну-ка, поругай. Хоть Хубисон. Каким быть? Он сразу к Тиранде пошел. Ой, дерево упало. Ну, бедненькое. Какое дерево упало? Ну, вон лежит там дальше. Его уронил. Бессонов, вставай. Не, у Бессона, наверное, опять это самое. Пока не висят. Это результация своего... То конец течет, то клизма. Это все, что вы можете поговорить. Резать все убили, нет? Вроде да. Петарду понял, трейд резать. Что сейчас будет? Шивары. Инер, дайте петарду. Шивары сейчас как это? Разводим?
Да. Только жриц боли убейте для начала, ребята, жриц. А потом шивар. А если они крутятся, милики, будьте аккуратны просто. Вот и все. Жриц. Диспел. Не добежала. Пэллы, пожалуйста, ребят, ну до хера здесь висит. Говно. Чё это? Сейчас вертушка начнется. Миликин. Как закончится вертушка, сразу практически будет каст на КХ. Я хотел чуть-чуть так, знаешь. Чуть-чуть, да. Подойти умереть, да. Так красиво было. Он рыбку хочет. Я хотел проверить, чей вертолет сильнее. И? Явно не твой. Он успел только сделать чашу. Он фиг, у меня танк не работает. Не себя просто игнорить. Нет, у меня он в принципе не прожимается. А чё я не ем рыбу? Кто большого отводить будет? На кого напулить его? Битрейд. Сургут возьми большого, отвези. Жриц боли, пожалуйста. Там один, по-моему, ушел за ним. Страж, пойду заберу. Селтис Гариус ушел из рейда. На краю стоим. Там отпит. Оглушение это увидел. Тарда вышел. Он меня оглушил. А если типа я один, на меня будет этот Архимонд кидать эту шляпу, если я сзади буду стоять? Которые летают. Скиллов не работает. Я с тобой пустой, не переживай. А, Бессонов улетел. А, да, Колямба, с тобой постоит медведь, Рипер, Сатурон может стоять. Они, когда маг не было ни одного ханта, они там нормально ловили все. Поэтому вот в дальней метке будет стоять медведь. Там и сердце, и плащ. Сейчас заберу. Медведь, хант и маги. Я в ДД, да, могу? Да, ты можешь идти в какого-нибудь ДД, я к тебе. Да я переходить заходить не буду, я на нем же останусь. Да. Можешь его купить за полцены. Так, я не вижу. Где мы нашли сердце? Да, такие продаются у нас по полу. Все нашла. Просто на ауке и полцены от этого. Да, он 2300 сейчас. За 1000. А, Войд, подойди ко мне, пожалуйста. Я стою еще сверху. Видишь Тиранда? Возьми у нее слезу. Сову? Да, можешь. Взял слезу? Окей, возвращайся назад. Ты как танк на пятом боссе всегда будешь у Тиранды брать слезу. И вынеси обязательно на панель так, чтобы ты максимально быстро смог ее. СС на него он профукает первым. Нифига не профукай, что ты из него делаешь, рукожопа? Все нормально. Пошли. Слеза замедляет просто падение. Ты на третьей фазе будешь постоянно летать очень высоко. Поэтому, ну, может быть, ты убьешься первый раз, просто попробуй камеру навести так, чтобы ты видел и смог нажать слезу и не разбиться. Там хватает ее КД, чтобы каждый раз летать. Просто главное вовремя ее прожать. Она действует не так долго, то есть ты должен прожать, чтобы тебе хватило ее действий нормально приземлиться. Где-то на полпути обратно, короче. Ну, где-то вот видишь, вот выступ над нами, корень торчит вот здесь, вот сверху. Вот где-то на его уровне ты можешь прожимать, чтобы вот это остальное расстояние долететь спокойненько. Аргон, не забудь, у нас же два человека новых. Сейчас расскажу все. И смотри, будет на второй фазе ты будешь вместе. Ты будешь летать либо в квадрате, либо в луне. На третьей фазе. Всю третью фазу мы будем всем рейдом перебегать. Ханты и маги будут стоять либо квадрат, либо луна. Весь остальной рейд будет стоять в передних метках. Здесь будет летать битрейд. Ты вот тут стоишь всю третью фазу. Вот вы стоите в одном фрейме. Вот прямо в метке стоят Колямбас, маги и ты. Я говорю, перебежали, под тобой появляется огромная черная херня.
все перебежали, ты остаешься. Из этой черной херни будет гейзер такой, он тебя и подбрасывает наверх. И дамажит тебя при этом. Ну, не сильно. Все, подлетел, опустился, сразу перебежал к ребятам. Ты должен всегда начинать в них. Они здесь стоят уже. Они потом перебегают, ты остаешься в черной херне, опять подлетаешь. Возвращаешься к ним, они уже здесь стоят. Они убежали, ты остался, взлетел. Ну и, короче, так всю третью фазу. На первой, второй фазе ты ни хера не делаешь, короче. Ты просто... Да. Сейчас, пошли ко всем. Я тебе это дам. И... их это прыгать заставляло. А, кто здесь не был? Агапа и Хруст. Пошли со мной. Пойду вам еще покажу. Мохнатые дети магистрата. Что за слияние? Куда? Что? Где? Что я пропустил? Не слияние. Просто, может быть, несколько людей перейдут из другой гильдии сюда. Из пушистил? Пушистых? Да, из пушистиков. А, ребята, смотрите, на второй фазе мы стоим все... Ну, просто стоим здесь, бьем босса. Босс там в районе ромбика будет стоять. Мы всегда стоим под боссом. Все касти, все абсолютно все всегда стоят весь бой. В принципе, вы стоите под боссом. На второй фазе там будет один момент, когда на пяти человеках будет дебаф, с которым надо прыгнуть в воду. Вы прыгаете в воду максимально быстро. Выплыть из воды можно только вот в этой точке, в одной. Поэтому прямо сейчас нырнули и выплыли, чтобы вы потом не долбились в берег. Рискните. Молодцы. Призыв начат. Все, теперь побежали. И всю третью фазу. Вот мы стоим, например, мы начинаем с ромбика. Все, третья фаза. Все стоят под боссом. Я говорю, перебежали, все перебегают в печеньку. Опять? Я говорю, перебежали, мы перебежали в ромбик. Перебежали, мы перебежали в печеньку. Ровно из метки в метки по команде. Что такое? Погоди, слышишь? А я что-то пропустил. А зачем нам 4 метки, если мы бегаем в одной? Это ты бегаешь в одной. Там дальше не для тебя метки. Белкой. А сумме, ты всегда бегаешь из ромбика в печеньку. Все, все спасибо. Про пламя. Марго, про пламя объясню. Про пламя. Когда начинается каст, вы должны сейчас побежать. Объясню. Никогда начинается каст. По команде. Мы сейчас будем стоять все за боссом. Я говорю, разбегаемся. Мы разбегаемся назад. Вот мы сюда бежим. Мы бежим. Во время бега на троих человек вешается огонь. Эти трое человек не должны останавливаться. Вы как бежали, вот на вас повесился огонь, вы и побежали. Вы просто катите этот огонь. Вот сюда катите, катите. Никаких там прыжков, ничего. Вы просто бегаете от огня. Максимально длинная дистанция. Можно в бок бежать. Ни в коем случае не бежим с огнем к меткам. Только по краю вот этой вот всей огромной лесистой зоны. Это важно. Все остальные, на ком огня не будет, сразу бегут под босс. Просто один раз нормально разложить огонь. С таким ДПСом я уверена, что он будет... Ну, я уверена, что там раскручено будет. Если мы с огнем попадаем, то попадем. Все. Есть у кого-нибудь рыба нужна? Вроде же стоял. А, да? Что? Чего я могу вытыкнуть? Тём, отойди отсюда, пожалуйста. Мне не нравится, как ты горишь. О, все, спасибо. Что с ним? Крита не хватает. Тёма, у тебя что-то это... Нет, подожди, сейчас медведь прикинется. А нет, медведь стоит, ладно. Ласка тихая. Да, еда крита не хватает почему-то. 5 сентября. Хотя очень даже. У меня всегда 69, а сейчас у меня 67 с чем-то. У меня тоже 99, а должно быть 101. Четверг собрание делал, не потанц. А, горна нет. Надо так просто еще за 10 минут. Хорошо, дам 10. Горна нету. Шаман тотем пускай поставит, наш столовника нет. Расим, Тёма готов. Все, все готовы, даю отчет за 10. Шаман, только не забывай тыкать этот тотем на ловкость. Стали под босса. Под босса все. У нас хант один, и он знает, что.
все остальные всегда стоят под боссом. Эльнар, пожалуйста, лови фреш. Все под боссом стоят. Сейчас вы взорветесь. Закливали быстро трэш. Бегом. Закливали, закливали. Готовьтесь разбегаться. Все, побежали все. И вы во время бега должны становить эти метки. Тималэн, Бессонов, Жнов. Все остальные вернулись. Батерфляя, Гапа, в милизону. Все в милизону. Быстренько встали под босса. Ну, не в огонь, естественно. Первый взрыв. Жнов, пожалуйста, не ум... Помирач вышел из рейда. Нет, Фион. Там огонь не помогает. Все, Помирач, можешь возвращаться. Вторая фаза. Боком. Ребята, поносит. Побежали всей кучкой. Всей кучкой бегаем в одной. Никто не взрывается. Давайте быстренько в роль. Шивара. РДД, Шивару. Диспел. Он там зараз погиб. Спел. Еще. Все, встали за босса. Ну, не в ромбик встали все. Сейчас тут. Вид поделите. Батерфляй, Адванс, Куф, Кола, Касуми. Прыгнули быстро в воду. Все остальные стоят. Скоро будет фаза, на этой фазе мы будем просто бегать. Маги, медведь и хан в квадрате. Все остальные будут бегать ромбик, печенье. Да, конечно. Бейл, стали. Бейл! Геру! Сраный Алик. Осуждаю. Слушай, я юзанули-то это. Все, все равно сраный Алик. Героизм. Перебежали. Печеньку все. Абсолютно все стали в печеньку. Вот смотри, Бист. Сейчас... Короче, я надеюсь, ты... Молодец. Вот и так будешь всю третью фазу летать. Возвращайся в луну. Бист, быстрее! Бист, в луну! Гейзер кидается только на людей. Перебежали. Поэтому ты ловишь его со всеми РДДшниками. И только потом остаешься и летаешь. Сейчас ты приземлишься и опять идешь к ребятам. Они в квадрате сейчас стоят. Ну, это все, это вся будет третья фаза сейчас. Если вдруг ты просрал, перебежали слезу, клещи тебя поймают присты. Ну, или поймают. Или не поймают. Или поймают. Сову поднимут. Перебежали. До фазы? Ну, да. До ворот 26 секунд еще. Я все уже убили. Так, кому лут не нужен, быстренько летим в Чихан. Будь здоров. Опять уже. Черный будет. Храм. Хорошо. Ух ты, кузня. Кромка выпала. На танка кромка? 30. Нет, не на танка. А, тогда ладно. Это кому понравилось? Тогда топовая... Ага. Топовая пуха на медведя падает. Медведя и ДК. И... Ребята, мало так, напоминаю, по роллу кому нужен, просто будет мейн. Я смотрю на роллы в Адоне и отдаю по роллу. И платно. Жоа, поздравляю. 50, 80, шном, инженерка. Не зря лежал. Да, Бессону в субботу. Вот я говорю, мне нужно просто вот 6 вот этой темы. Сейчас я, если что, на ДК зайду. Что заберу. Это? Порошок. Опять. Изначальная тень. Тиратель. Не, у меня полно, я сейчас зайду просто, подожди. Просто не здесь.
видимо. 49 голды стоит. 50. Лям, а с тебя уже зачем? На БМа. Дай. Лема, не, ММА, ММА. Дай. Не, пож... не дай, а дай, пожалуйста. Пожалуйста. Отдай, падла. Да. Ну, то есть, а у тебя лофт 5? Понятно. Шарк, поговори с ним в личку. Я не могу я так. Я с ним не разговариваю. Что это такое? А, ты с ним не разговариваешь? Триня. А, Триня. В кого? Что за Триня? Ну, какая-то Триня. На паладина. Не, на паладина. Она нормальная. Остальным с вопросом. И меч. Кромка, да, ДДшная, к сожалению. С РПБ. Да, сэр. Блин, никогда реально, не забуду. Какой кайф, когда есть зима. Просто. ДПС плюс 8. Ты разрывала, Марго? Нет, подожди, 160, почти. Сменишь лут. Да, Юля, сейчас. Каждый сам за себя поставил. Ребята, выйдите отсюда, я поменяю сложность. Здравствуйте. Из инста, выйдите, пожалуйста, мы не сможем зайти в черный храм. Афро храм. Будь здоров, не ой, я даже лучше. Шелби есть, хорошо. Шелби, дала тебе еще раз промоут. Арго. Тёма, да, Арго. Тёма уступит. Ждите. Ну это ж бот для миликов, это ж просто. Давайте ад. Сделаем так. Ад. Ой, я сразу говорю, в ЧХ я тебя взять просто не могу, там... Так, всё. А, Тёма, так зайди... Да, блин. Не, я могу потанчить. Вот портал в шатра там стоял, или ты уже где? Я могу потанчить. Иди ко мне, я просто в шатрате стою. Подойди, я тебе сейчас его дам. Да, на входе в черный храм встретитесь, долетай. Мы ее сейчас за самоним, она выйдет. Кого-нибудь, либо за Элема. А, у тебя Элема нет, у тебя же. Зайди за Кантар. Я просто не вижу больше хорошего ДПС. А, Саша есть. Я могу Сашу взять. Саша? Сашенька? Да, 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 да. Может, ты хочешь... Хилить. Похилить, например. Могу похилить, могу побить. Нет, хиль. Иди, значит, лучше хиль. Побить. Хиль. Иди, похиль. Розовый баттерфляй. Так. Ну, трейд хотя бы кинул, блин. Вот это, 1000 в ГБ закинь. В ГБ. Так, это есть. С тобой разобрались. Хорошо. У меня осталось место. Почему у меня место? Потому что Тёма зайдет за Чарлиса. Так, он... Не зайдет он за Чарлиса. Я уже здесь буду. Уверен просто в этом. Ты что? Я здесь останусь. А. Какая разница? Все равно КД на него вешать на втором боссе. Окей. А, кстати, да. О, бегать будешь? Без вариантов. Что там Локи будут бежать? Тёма летать будет. В смысле летать? Я ни разу на нем не летал. На втором, а на первом будет бегать. Хорошо, ты будешь танчить. Я вот про что. Ну да. Я могу и первого потанчить, если хочешь. Так, не, извини, я хилить не буду. Нет, Тём, нихера, так не работает. Я думала, сейчас будет перепало, даже интересно. Нет. Где баттерфляй? Место под хила освободил. Так, а подожди, а почему у меня... Так, Локи... А кто вместо Сургута лишний здесь, не могу понять. Саша вместо Войда. А кто занял место Сургута? Антирелики. Вот кто. А что за грабли? Ты же ему обещала, что он это... Он пойдет обратно. Сейчас, тогда подождите. Писал, что у меня бутерфляя нет.
Ну, вроде нет. Так, Кирилла сегодня не будет. А Б подтверждает здесь нет. Хорошо, ладно. Тогда я сделаю так. Меня. Это так. Дальше. Я в ТЦ пошел. В смысле? Ну, подтверждает. Я не умею. Да, у тебя три спека. Может, Локи все-таки побегут, нет? Нет, они не умеют. Пусть учили. Слушай, ну Хруст точно не умеет. Может, Расим зайдет, нет? С Локом. За кого? За Локом. Я тоже не умею. Как ты? Я тебе покажу, вон, киньте меня. Я по интуиции. Ну вот пойдет, иди. А, Шарпи есть. Блин, Денис, зайди за Лока, а сбегай с ними. Алло, я поставил шкаф для самых лучших котят. Покажи. Денис, ты... А, вижу. Денис заходит. Азулис, давай, помогай Адвансу. Ты малым тоже может помочь. У меня дойти есть такая жижа. Дойти есть до босса такая... и сумануть весь рейд. Да, конечно. Да, пошли со мной. Давай. Кто не идет, говори, тот курит быстренько. Когда пить, ты мне говори. Пошли, я сейчас покажу. Подожди. Еще рано. Стой, 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 запулишь. Ну, я тут отвлек. По стеночке беги туда, прямо вверх. Беги и не жди меня. Вперед меня беги. У тебя скорости больше. Я же в инвизе бегу. Прямо, беги быстрее. Сзади мобы бегут. Он за вами очень быстро полетел. Давай. Погнали. Дальше-то куда? Оббегай там сзади и налево беги. Оббегай. Все мои товары... Сзади пожиже? Да. Она тебя не убьет. Я просто отсюда вылезу. Тебя ждать буду. Если умрешь, не вставай. Эй, сюда беги. Вот, котик. Убегаю. У тебя... Ну ладно, беги сколько сможешь. Так. Вот тут бы банку выпить и дальше в инвизе бежать. Я окончился. Лежи, отдыхай. А мы почти добежали сами. А, нет. Вставать, да? Стой, вставай и пей банку. И беги дальше. Кончилась банка, еще одну? Не-не-не, за мной беги. Я вам восстанавливать не буду, потому что на меня может будет повеситься, если помрете. Поставьте шкаф, отлично. Все, можете выходить. Расим, принимай сум. Пейте. Thank you.
Кстати, Расим, у меня этот аддон еще показывает реген маны от этого, от опеки. Да, я знаю. Я просто стою где-нибудь в ФКшу и смотрю, как он у меня по КД так восполнил на 67 маны. Ну, это все отключается, если захочешь. Да пока пускай. Да хруст, хватит меня суммонить, я уже здесь. Да я мимо тыкаю, что ли, блин, на эти. Тоже третий раз. Ургут здесь нет. Что, механика тяжелая? Тут вообще просто стоишь. Тут вообще это... просто манекен, короче, бьешь. Из легкого здесь только упасть. Он милик, поэтому... А, здесь ну тогда все, может сразу упасть. Объясните. Присты с диспельте болеть, пожалуйста, Свара, а то у него прихватило. Инту ему дайте. О, могу здесь. А, Влада нет и религии. Влад, ты где? Холод, ты умрешь, чувствую, в первую секунду. От первой, а вторую секунду. Верь в него. Холод. Поворачивается в миликов в определенную сторону и фигачит ваншотом. Твоя задача смотреть, куда он повернется, и если вдруг ты стоишь в этой стороне, перебежать на другую сторону. Это касается всех миликов. РДДшники, новенькие, Хруст, Агап, вы стоите здесь и просто долбите босса. Больше вы ничего не делаете вообще. Просто бьете. Все. Это для РДДшников самый ни о чем босс. Но урона надо хриллион. Тут берса и тайминги. Че так хп мало, дайте что-нибудь, не знаю, там. Крестобав хватает. Шелби, Сиена, фласки, антирелигия, еда, шарпи, фласка. Не хватает пристабафа, да, кстати, пристабафа. У нас пристав нет. В смысле, у нас Якуб, Гай, Риус, антирелигия. Хватает у нас пристабафа. Я маг распишу пока. Дачу заграблю, хорошо. Из кафе Рипер, что вы там? У меня на приподка, да, я случайно его тыкнул. Тёма? 3 минуты. Тёма наказан, в угол поставлен. За алкоголизм. Переделали Волонир уже? Нет, еще пока.
повесилась. Так, Тёма, тут. Игорь, что там у тебя? 90-20 секунд. Юля, настой. Да, было. Олеся, в кровати спать. Блин, не та кнопка. Нет, Леся, я уже не полежу, уже поздно. Элби. Ты тут? Да, я тут. Это ты Сандер повеш? Ну, имею в виду раскол повеш? Шаешь. Так спросили. А то есть у нас три вара, а вешать будет Рога? Нет, я просто вопрос задал. Нет, вешает вар, он хотел ответить. Ждем. Рипера ждем, блин. Минутка 22 секунды, ребят. Подождите, минутка 22 Рост, секунды. Рост, бэм. Бэм, бэм, бэм. Денис, как-нибудь помягче, а то обосраться можно, когда ты человека в ПМ просишь. Подожди, Бессонов, сейчас кончится этот... Терпение кончится, Рипер. Извините, ну, пожалуйста. 50 секунд, ребятки, сейчас. Рипер просто хочет выдать свой окуляр ДПС, поэтому не может без припота идти в бой. Никто никуда не уходит. Марго, так дай, пожалуйста, еще 10, хорошо? Хорошо. Нет, Бессонов. 35 один босс придет. Бессонов, сейчас тебе здесь такой YouTube начнется, подожди. Открывай гильчат. Сейчас пойдет мультики. Марго, давай ручей, в принципе, можешь давать отсчет, если готов. Да, Гарчи, согласна. Банка с пивом? Так, хруст. Наплылся на компьютер. Счет дали. Раньше спорили. Охеренный пул. Бой, короче, пал. Дай бэрку. Рожу тоже иногда дамажит. Ну, то есть он в танка тоже идет. Холод упал. Минуту продержался. 970. Мало ДПС. Давайте активнее. Да и, блин, без вариантов. Не, не их без подрезать. Нормальный ДПС 1.3. 1.03. Не держу меня, значит, улечит. Ребята, противные больше всего.
Короче, есть смысл тебе резать. Гачи. А, чё? Есть смысл резать? А почему нет? Бессонов, дай БР по скуфарю. Ну, вдруг ты решишь сразу откинуться еще раз. Дайте по нему бафы все. Ванная беда. Белл. Тимолейн, дай по петарде гимна, пожалуйста. КД я давал уже ему. Белл, дайте. Дайте гимна ману, Якуб. Я уже знал. Гариус есть? Все. Хит пока не смог. Бэл давит. Немножко больше. Все сейвы мы жмем вот после конца серии с 5 ударов. Расим, твоя сакра будет первая. Потом купол, потом сакра Саши, и потом Бессонов поднимет рейд, когда совсем будет тяжело. 4. Расим сакру. Я сдал уже. Тима, ставь купол. Пошли грохоты. Бессонов, смотри сам. Если начнет проседать рейд максимально, сразу сдавай спокойствие. Саша, сакру. У меня же сакра есть, ёпси. Добивайте. Красавцы. Наши великие ползуны, давайте сразу, пожалуйста, туда. Клинички. Нормально, нормальная трина такая. Ух ты, спина на танк. Красивая. Сейчас, я... Да, сургут. Так. Ну, вторая пуха этому поводу выпала. Но это больше как паладин, наверное, зайдет лучше. Кол две этих заврал, вот это прикол.
Так, из локов кто-то может добежать до сюда?